пальчики оближешь, вкусная еда. Посмотри, послушай, здесь рецепты лучшие сможешь ты найти всегда. Мишке подарок. Ой, привет. Привет. Ну, как дела? Миша? Алиса. Это Алиса Гребенщикова, моя подруга. Очень приятно. Прекрасная актриса. Миша. Фигуристка уже. Миша, а что, что с руками у вас? Это тебе подарок. Это носочки к Рождеству. Ой, как тепленькие и красивенькие. С елочкой. Спасибо, спасибо. А что ты ждешь? Наверное, тоже подарок, Ань. Да? Прыгайте, подруги, догадливые и умные, а? Мало что красивые. Вы знаете, но это как по традиции, знаете? Вот так надо, да? Нет, вот иногда подарки прячут под елку, а иногда кладут в мешочки. И вам надо, знаете, как сделать? Руку вот так запустить и догадываться, что там. Главное, руку. Куда ты руку-то запускаешь? Нет, а теперь отгадывайте, подождите, надо еще отгадать, что это такое. Одежда. Если одежда, одежда с лямочками на кухне, значит фартук. И отгадывать тут нечего. Смотри, он же весь в блестках, а? Да, мы тебе специально поблестели. Поблестели. Да тут еще стихи, между прочим, Михаил. Ой, ты, господи, боже мой, ну-ка. Нет на свече краши, Семенович нашей. Девчонки, спасибо. Подарок такой, знаешь, наш. Все в дом. Все, слушайте, все в хозяйство. А вы специально вот так вот спереди еще завязываете? Да, конечно, фартук? Так удобно. Да, как настоящий. Что-то можно сюда. Как настоящий. Как настоящий кулинар. Она все про меня рассказывала. Как... Да, да, да. Рождественский обед. Итальянский чечевичный суп, печеный гусь с потрошками. Вот это не мое. Это наше? Да, это ваше. Это наше. Печенье, это за вами. Да. Итак, мы начинаем готовить. И моя дедукция требует индукции. А если моя дедукция требует индукции, то в дело вступает кайзер. А вот я, знаете, хотела спросить, а чечевица что у нас в Италии растет? Чечевица растет везде, в Италии в том числе. Вообще, как выглядит чечевица? Я знаю, как выглядит чечевица. Я сейчас покажу. Если я не ошибаюсь, это какая-то крупа, да? Зерно. Это крупа. Да, это бобы. Бобы. Это нечто среднее между фасолью и горохом. И горохом, правильно. Бывает вот красная чечевица, бывает зеленая. Прикольно. Да? На горошек похоже. Так. Чечевичный суп мы будем готовить на уже принесенном мною бульоне. Здесь обычный. Мясной? Бульон, мясной, как говяжий бульон. Да. Вот, Алиса, знаешь, он все время что-то заготавливает. Знаешь, да, он прям облегчает мне жизнь. Боже, были бы все такие мужчины, которые облегчали жизнь женщины, они усложняли ее. Да? Нам нужен чеснок для чечевичного супа, кинза, лук и зелень. Кинза, правда, что королева зелени? Или как-то... Ну, кинза самая любимая и нелюбимая зелень на давление. Когда вкусно. Проводили исследования, какую зелень вы любите больше всего, да. И как не любите. Кинза заняла первое место там и не там. И влюбите, и не любите. А, поэтому укроп, петрушка как традиционно, кинза уж по вкусу. Ну, я знаю, что у многих аллергии на кинзу. Ты тоже ее не очень-то ее любишь. Нет, мне нет, мне нравится, вот наоборот. Да, да, мне я тоже вот нравится, очень да? равнодушна к а ней. Да? Я вот больше люблю укроп. Михаил, у меня, знаете, как раз вот вопрос, который меня давно практически всю жизнь мучает. Скажите, вот это вот. Стебельки идут в пищу или только листочки? Алисочка, значит, я вам скажу одну тайну. Это мой любимый вопрос. В пищу идет все, что вы считаете нужным. А стебельки идут в пищу обязательно, если вы ее термически обрабатываете, поскольку они грубоваты. То есть суп, шашлыки, маринады. Если вы для салата, то лучше, конечно, листочки. Помягче, помягче, помягче. Но самый вкус вот здесь вот. Сок, да? Да. Если вам вдруг надо в салат, так вы их отожмите. Ага. Мы одним пучочком обойдемся на два блюда. Класс? Прекрасно. Вот ты мне скажи, Алис, у нас Рождество, прекрасная пора. Я так люблю вообще январь, вот эти праздники. Вот что ты готовила на новогодний стол, скажи мне? Я знаю, что твоя мама потрясающе вкусно готовит, ты рассказывала. И мама, да. У меня как-то все очень любят готовить. Но мама мне, знаешь, любит все миксовать. Она придумывает какие-то блюда. Я тоже люблю придумывать. Так. Вчера я, например, подумала, что креветки, надо делать салат из креветок и, как называется, грейпфрутов. А еще мне почему-то показалось, что мясо должно неплохо монтироваться с тушеной, очень-очень нежное тушеное мясо, монтироваться с яблочным пюре.
еще раз, монтироваться, то есть сочетаться. Смотри, сочетаться, я же из кино, да? Вы же понимаете. Да. Яблочное пюре. Ну, натереть, прям натереть яблоко зеленое. Почему-то яблоко мне показалось, что нужно натереть зеленое яблоко. Я вот прикольно. Хочу... Миш, мы должны попробовать это. Да, яблочное пюре с, мясо. С молочным мясом. Да. А да? Почему нет? Вообще мясо в молоке отваривайте для этого. Да. Я вот, Олечка, рекомендую вам для щевичного супа быстро замороженные помидоры. Знаете, они заморожены шоковым способом. Нас поэтому... ты нам с этим избавил, да, от резких вот... помидоров. Сейчас я вас буду специально учить резать чеснок для чечевичного супа. Это я не хочу резать чеснок, от него руки пахнут. А я хочу. А я сейчас сделаю так, что пахнуть не будет. Опять вот какой-нибудь штучкой? Нет. Делай, как я. Берем нож. Нож. Широкой частью кладем на чеснок. Плоско, параллельно земле. А у меня вот... И так вот, раз. Сильней. Хоп. Все, так. все. Берем следующую. Что, все. Мы же раскрыли. Для супа же нам не надо мелко. Надо, чтобы аромат дал, да? Вот в чем дело. Класс, это знаешь, как в детстве, когда, знаешь, помнишь, заворачивали подарки в такие пакетики, их чпокали все им. Да. Вот это мне напоминает вот это. Чпокали. Понравилось, а? И руки не пахнут, и чеснок. Я три положил в суп. Да. И три положил к помидорам. Теперь нам надо взять немножко вашей зелени. Так, пожалуйста. Немножко вашей зелени. Так. В заправочку. Да? Нарезай. Меленько? Меленько. Что, колбаса? Конечно. Может, нарезай, да, в суп. Правильно. Меленько-меленько или как? Меленько-меленько-меленько. Ой, много зелени. Должно быть в чечевичном супе очень много зелени. Ага. Чечевичный суп варится 15-20 минут. А ты замечаешь, да, что мы совсем по-разному режем? Кстати, нам надо договориться. Нет, мы с тобой правильно режем, просто у меня так падает, а у тебя не падает. Как Алиса. Алиса режет правильно, чем ты. Не знаю, что ты дольше учишься, Алиса сразу режет кубиками. Она порезала в длину, теперь режет в ширину. Я так же делаю. Почему ты на меня ругаешься? Я не ругаюсь, потому что у нее получилось в два раза быстрее. Быстрее. Ну да, я еще не такая опытная хозяйка, как Алиса. Дело в ноже просто, более удобном. Ну как? Только в ноже, Алиса. Видишь, какая у меня хорошая подруга, да, размер только вступается. Только в ноже. Потому что ты монстр, тебе лишь бы меня вот принизить. Нет, у меня есть полное ощущение, что кухонная утварь имеет огромное значение. Конечно, безусловно. Ну, наверное, настоящий хозяин может пользоваться любым ножом. Вот смотрите, Алиса, вот эта сковородочка, например, да, Swiss Diamond, покрытие имеет крошку бриллиантов. Знаете, она даже там вот блестит под маслом. Поэтому любой продукт, который вы готовите, у вас будет... Это чуть быстрее, чуть лучше и никогда не пригорит. Высыпайте. Обратной стороной ножа. Ты что, если мы, не дай бог, потупим его ножи, у нас съест на этой кухне. Только вы же шкрябаете, это как по сердцу. Все, мы это оставляем на там, 5-7 минут. И сейчас займемся гусем. Самым главным рождественским блюдом. Знаешь, Алиса, почему пошли вешать носочки, и почему туда Санта-Клаус или Дедушка Мороз, как мы его в России называем, кладет подарки? Нет. Потому что в Англии очень-очень давно была очень-очень бедная семья. И у деток, деткам всем хочется подарков. И они повесили свои носочки над камином, для того, чтобы они сушились. И Санта-Клаус ночью прилетел к ним, так как они были очень хорошие и добрые дети, и положил им туда очень много-много подарков. Но если дети плохие... Плохих детей не бывает, Аня. Нет, в общем, непослушным детям Санта-Клаус подарки не приносит. Он приносит им уголек и кладет уголек в носочек. Но так как ты хороший... И прожигает. Но так как ты у нас хорошо училась, и ты очень хорошая, а у нас для тебя тоже с Мишей есть подарок сейчас. Да, у Миши, как всегда, подарок. У Ани отдельный подарок, у меня отдельный подарок. Тоже в носочке. Ваш подарок на суп, да, Михаил? Конечно. Смотри, это пряничный билет. Ой, какая прелесть. Ну, а ты знаешь, Аня, что, между прочим, пряничные домики, это практически домики из печенья. Ну, я думаю, что ты подаришь Михаилу то, что мы подготовили с тобой, да? Да. Сколько там грамм творога забыла? Творога 200 граммов. А, творога 200 грамм. У каждого свой подарок. Попробуй супчик, у нас уже готов суп. Слушайте, как это все быстро происходит. Да, у нас так все быстро происходит. И главное, очень диетический суп, потому что, действительно, мне кажется, организм немножко устает после новогодних праздников от застольев, перееданий. Алиса, смотрите, как вы думаете, что я достала из холодильника? Соль, а чего она там делает? Она меня спрашивает, что делает соль в ее холодильнике. Нормально? С Новым годом! Может, она замерзнет? Да. Она кладет соль, чтобы она не прокисла. Она что, не растаяла? Соль не растаяла. Да. Приятного вам аппетита. А? Вкусно? Очень вкусно. Чечевичный суп традиционно готовят в Италии. Считается, что чечевица в Рождество сулит богатство круглый год.
Если вы решили приготовить этот суп завтра, то сегодня вечером замочите чечевицу в холодной воде. На завтра воду слейте, крупу засыпьте в холодный говяжий бульон и поставьте вариться. Тем временем обжарьте в растительном масле помидоры с чесноком и зеленью, добавьте копченую колбаску, нарезанную кубиками, и болгарский перец. Минут через 10 просто переложите содержимое сковородки в кастрюлю с чечевицей и щедро посыпьте зеленью. Суп готов! Подавать его лучше со сметанкой. У меня не было свежих помидоров. Они так нужны в итальянском чечевичном супе. Но у меня были свежезамороженные шоковым методом помидоры 4 сезона. Они ничем не хуже, а даже лучше. Потому что помытые, порезанные. Достал, обжарил, и вот они уже в супе. 4 сезона. Всегда вкусный результат. Слушайте, а я не могу на съемки с собой взять суп? Да, да, забирай. Да, дорогая. Поеду в кино со своим супом. Ну что ж, спасибо огромное за подарок, а я поздравляю всех с наступившим Новым годом. Ну пусть он будет прекрасный. Добрый и сытый. Ну что ж, надеюсь, как-нибудь прийти к вам еще раз и научиться чему-нибудь еще очень полезному. Обязательно, мы тебя пригласим. Спасибо, счастливо. Пока. Счастливо. С наступающими. Маня, привет огромный от меня. Да, суп. Мамуля замечательная. Суп все равно остался. Хочешь попробовать? Нет, спасибо, я не хочу. Давай готовить дальше. Так, что? У нас с тобой еще... Ты бы еще не обещала. Гусь с потрошками, мама. Это что-то. Далее в нашей программе. Семенович, кондитер. Это тоже что-то. Масло с сахарком. Да. Чайную ложечку разрыхлителя. Справится ли наша барышня с творожным печеньем? А ты думаешь, что я бестолковая? А также секреты приготовления праздничного гуся, рождественские истории и волшебные поцелуи. Я знаю твои штучки, Семенович.